Всех привет и прямо процентов продолжаем проходить Рим Тотвар. Ну что у нас здесь творится? Так, это мы тут полноценно идем в атаку. Господин! Только мы не дойдем, да, скорее всего. Ну, если я сюда могу переместиться, да? И сюда могу переместиться. Господин! Замечательно просто. Вперед! Так, тут у нас бы армию бы собрать какую-нибудь, но у нас тут вообще особо ничего такого нету. Давайте построим что-нибудь и все-таки наймем тебя. Тут два хода еще будут строить, строительство заниматься. Городская стража, блин, городская стража. Так, ну давай тебя тоже тут наймем. Все, хватит. Смотрим здесь. Здесь мы ничего не нанимаем. Здесь мы нанимаем лучников. Здесь мы никого не нанимаем. Ну, строительство тут надо бы построить, но, увы, у меня тут нет денег. Здесь тоже нанимаем конницу только на два хода. Здесь нанимаем кого-нибудь тоже. Гладиаторов на два хода. Все. Замечательно. Здесь что у нас? Здесь у нас осада закончилась, да? Так, что у нас вообще? Гладиатор, блин, один вообще ни к чему. Лучников мы объединяем. Вот, одинаково со мной находитесь, блин. Нет, это не к ним не относится. Так, ты у нас идешь сюда. Император! Нет, ты император! Разные. Вот ты вот одинаковый. Приказы! Тоже приказы! Одинаковый. Приказы! О, замечательно просто. Так, ты у нас другой. Господин! Вот все, да? Ну, там не особо большая разница. Тут приказы! Что у нас? Свиньи есть свиньи, катапульты катапульта. Так, гладиаторы мы объединяем. Господин! Конницы мы не объединим. Так, вспомогательные Господин! Наши. Император! Так, нет, это не подойдет. Господин! Смотрим, кого Император! Можно переместить. Господин! Простите. Ой, свиньи, оставляем здесь вообще. Господин! Приказы! Все. Так, давайте вот этот вспомогательный сюда, а этот ты сюда пойдешь. Значит, со мной ты вот Император! С этим объединишься, да? Приказы! Все, 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 так делаем, ты с ними объединяешься. Все, пока Господин! Так нормально. Идем сюда. Господин! Так, нам здесь надо как-то прорываться, господа. Только тут не, даже не знаю, куда прорываться. Давай сюда попробуем. Вот так вот станем пока дома. А мы даже сделаны, город господин! Можем попробовать захватить обратно. Император! Что у нас здесь? Здесь у нас пока осада идет 4 хода. Мы еще ждем ослабления их армии, можно так сказать. Но здесь больше кроме вспомогательных. Давайте распустим одну. И закажем себе лучников здесь. Вот так вот. Все замечательно просто. Так, тут у нас все. Тоже хорошая армия находится. Вообще у нас... Так, мы тут захватили. Эти убийцы могут готов. Убивать. Смерть близка. Понятно. Да, смерть близка, твоя смерть близка. Убийцы снова идешь в атаку. Бля, всех, наш... всех наших этих агентов поубивали. А? Отчуменно просто. Так, идешь обратно сюда. Следим, смотрим. Тут пока стоишь здесь. Приказы? Здесь мы нанять никого не можем в данный момент. Ну, мы посмотрим, что из этого. Тут армия идет, это очень плохо. Может пойти. Ну что, господа, в атаку. Приказы? В атаку! Что у нас тут творится-то, а? Вообще-то можно автобой посмотреть, что будет. Победа! Осада Император! Города. Император! В атаку! Осаждаем поселение, господин! Бля, да, у тебя армия просто очуменная. Поселение в осаде, господин! Полководец! Господин! Слишком много потеряли мы. Приказы! Тихо, подожди, я сюда Император! Можно добавить. Все. Господин! Так. Приказы! Император! Приказы! Господин! Да, я понимаю, что тут у нас такая ситуация.
ничего сделать не могу. Ну, пока ладно, фиг с ним, нормально будет, я думаю. Тут одного можно. Вот этого. Приказы! Нет. Это сюда не перетащишь. Так, Уки, а ты у нас дойдешь? Тоже не дойдешь. А ты у нас дойдешь? Господин! Тоже не дойдешь. Уходим. А почему не через это ходишь, идешь? А сделано, ну ладно, господин. Фиг с вами. Так, этот город мы осаждаем. Армию я ему притащил. Нифига я прям просчитал. Прям изумительно, блин, нафиг ему просчитал все. Император! Очуметь просто. Ну да, тут не слишком много у нас ваша армия стала. А тут, блин, не слишком мощная армия. Ну что, обидно. А впереди у нас будет сражение здесь. Вот тут еще какая-то армия идет, может сюда прийти. Типа здесь еще у нас не готово нифига. Так, сколько? 16, 18, 53. 53, 45, 27. Вот 27 господин! Как раз подойдет. Идешь сюда. Вперед! Вот эти два. Полководец! Берешь себе. Полководец! Так, тут кого можно взять? Можно тебя, тебя и тебя полководец! Взять отсюда. Господин! Уходим! Тут пока я брать никого не буду, подкупить я не смогу. Да. Так. Здесь можно тебя взять, таких войск. Господин! И тут можно приобрести. Уходим! Приказы! Здесь я брать никого не буду, а отсюда можно взять еще троих. Господин! И тут еще армия идет. Замечательно. Господин! Время, скоро еще один отряд будет готов. Здесь то же самое, здесь то же самое. Только тут через два хода. Ну ладно. Вот мы армию уже собираем, господин! Уже готовимся к битве. Точнее. Ну отсюда тоже можно будет и жить, и пойти уже сюда. Будут тут беззащитные находиться армии. Ну, точнее, город у нас. Ладно, посмотрим. Посмотрим, куда вот эта армия пойдет. Очень интересно. Ну что, пропускаем код? А, все-таки нас атакует фон. Блин, ну это очень странно будет подкрепление у нас. Можно так сказать. Солнце взошло! Давайте чуть послушаем все, его. Кто видел этот восход? Доживут до ночи. Эти понтийцы не стоят того, чтобы их бояться. Они умрут под ударами наших мечей так же быстро, как это сделали бы любые другие люди. Думаю, первый ход в этой игре мы оставим за ними. Сегодня у нас явное численное превосходство. Это дает нам шанс, который мы не должны упустить. Да и к тому же, их войска хорошо обучены и очень опасны. Нам не следует забывать об этом. Мы сможем спрятать несколько отрядов в ближнем лесу. Если нам повезет, для наших врагов это будет очень неприятным сюрпризом. Много раз мне приходилось сражаться с этими людьми. И много раз я одерживал победу. Сегодня, когда мы победим, это будет не только моя, но и ваша победа. Помощь совсем близка. Наши товарищи уже спешат к нам и прибудут еще до заката. Завтра в это же время руки, в которых мы держим мечи, будут болеть. Да, все, поняли. Все нормально. Ух, какая там армия. Наши подкрепления прибыли. Это обнадеживает. Надеюсь. Музон классный.
всегда был музон офигенный. Так. Ты идешь сюда. Подожди, подожди, подожди. Предлагаю вот так сделать. Сюда идешь. Конница. Идешь сюда. Лучники уже стреляют полноценным ходом, а? Музон прикольный. Вот наше подкрепление идет. Очумено просто, господа. Держитесь! Подкрепление близко. О, это плохо. Колесница — это самое плохое, что есть в жизни. Военачальник здесь остановит пока. Это вообще просто ужас там творится. Нашими игроками, блин, стрелять. Вашего полководца не выдержали. Он бежал от врага. Господа, атакуем. Одного отряда только. Кавалерия легионеров. Разоковать! Марш, убейте! Когорта! Типа катафракты какие-то. Господа, в атаку. Конница, здесь остановитесь. Вы нет, вы идете сюда. Да, нет, давайте еще одну тут оставим. Наших там всех разогнали уже. Что было-то? Уже лежит мертвый. Понятно, это не те. Это из-за его собственной глупости. Его люди утратили мужество. Давайте, давайте, мочите их. Есть, это уничтожено. Это что у нас здесь? Понятно, в атаку, господа. Идешь сюда. Кто это такие? А, понятно, такие. В атаку. Вражеский полководец. Слава великим богам! Вражеский полководец убит. Теперь ужас поселится в сердцах наших врагов. Давайте в атаку, в атаку, в атаку. Это кто-таки лучники? Да, типа лучники. Уходим отсюда. Конница. Убьем. Так, идите в атаку сюда. А вот сюда идете в атаку. Ну что вы думаете, блядь, а? Все, заебись. Они струсили, да? А эти-то нет нифига. Так, здесь что у нас творится? Так, тут у нас что?
Это такие. Понятно. Так, конница. Тяжелая конница. За ними. Убить их! Кавалерия легионеров. Вот так, вот так, вот так, господа. Нихуя взвалили нашего. Заебись, просто охуенно. А там что у нас? Конница. Так, конница, конница. Ты что у нас стоишь? Ты. Вот так вот. А что, больше подкрепления не придет, что ли, нифига? Давай в атаку за них, блядь. Один остался, фиг с ними. Один остался он. А вот это такие, это наемники какие-то. Да, наемник, гоплиты. Офигеть, просто наемников они начинали здесь. Вот это больше всех. Сто, отчуметь просто. Улетает, как семечки, а? А, размечтались они здесь, думали, сейчас наших, блядь, воинов убивает, а? Видели, что сделали мы с ними? Очумено просто. В атаку. Нифига у них там, а. Сколько уровней на они накачали, господа. Вот это чуметь просто. Я просто в шоке. За ним бегут, толпа такая, римляне в атаку. Да, посмотрите, блядь, пиздец. Офигеть просто, блядь. Догонят они его или нет, интересно, а? Мне кажется, они одинаково бегут, вообще просто одинаково, тут без изменений. Пацаны, догоняем его. Вы идете сюда, на них. Его точнее. Атаковать! Вот это Павлу повезло, да? Да бля, вы тупите по полгода, на самом деле, скажу честно. Ну в атаку, фиг вам, бля, фигню страдаете. Тут за границей еще дофига времени. Спину въебатиться их не все и будет заебись. Но камни мешаются. Ну нифига у них там уровень, бля. Отступать! Не, уходим, уходим. Мы дохуя потеряли здесь. Не, против них надмечников и хуячить. Они вот там находятся. Давай, в атаку, хуй, блядь, вот там стали, блядь. Вот это здание тут недостроено. Это последние остались, которые на карте, блядь, бегут. Не, не последние, тут где-то еще бегут, вот он. Вот так вот. Он-то в страхе. Этот вообще даже атаковать не будет нихуя, да?
бегут в панике, за... чего? Забыв в бою все всем. Готовы! Как червяка вот за... убили и все нафиг. Заебись, музон, они бегут. Вот они, приближаются границы, и они свободны. Они же наемники. Все, они убежали. Вроде я чистую победу. Будет потрясен этой победой. Этот день принадлежит нам. Да, очуменно. Но что-то мы не слишком много потеряли. Точнее, не слишком большую разницу у нас потери. Мы даже, может, больше потеряли, чем они. Относительно своей армии, которая у нас была. Но нам армия наша пришла на помощь. Там пока первый сражался, там только начинал сражаться, там только было. Ёб твою мать, опять атакуют, а? Мы отступаем. Это просто нереально там сражаться уже. Так, в этом городе понятно. Что, здесь пока у нас все тихо, но тут армия пришла. Вот она. Так, ты у нас идешь сюда? Так, нанимаем здесь армию. Ну, солдат, короче. Здесь у нас еще появился, но это не слишком важно. Этот осада и продолжается. Так, набор войск. Так, это делать сюда. Здесь нанимаем мы гладиаторов. Здесь мы, как всегда, нанимаем раны первой когорты легионеров. Тебя. В охоту, потому что ты идешь туда. Еще два осталось. Что у нас там не хватает? У нас тут конницы вообще нету. Ждем, когда конницу здесь. Так, окей, тут что у нас? Давайте тоже конницу наймем. Ждем конницу здесь. И лучников тут вообще нету. Так, давай поменяем кого-нибудь. Давай тебя уберем. А лучника дадим. И гладиаторов я отменяю, и лучников заказываю. Так вот. На самом деле, ну вот это, блин, не очень все хорошо, это фигня. Это уже сам далековато пока, да, но здесь у нас осада идет, здесь пока у нас ничего такого нету. Обрение фракции. Я уже выиграть не могу. Семейная трагедия, эмоция. Свадьбы, свадьбы у нас здесь две. Новая религия. Царь Муруэн Ашока послал миссионеров эллинистических государств. Возвращаются о нем новые просветленные его величество благодаря ученые Будды. Миссионеры должны распространяться это знание среди тех, кто продолжает жить в неведомом. Многие жители Греции ломают голову над этим. Что бы это значило? Понятно. Приближает 90. Осталось 90 лет. Нам еще играть. Ёпты, такая долгая игра на самом деле. Город у нас расширяется. Замечательно. Строим здесь обязательно. Деньги у нас есть на это строительство. Так, смерть в стране. Это очень плохо у нас здесь. Смерть в стране. Так, итоги наши. Так, тут у нас что? Я пока нанимать я не буду. Тут осада еще 3 хода остается у нас. Так. У нас идешь сюда. Здесь что? Здесь можно нанять еще одного лучника. Можно так сказать. Так, здесь что у нас? Нанимаем тоже кого-нибудь. Тебя. Здесь так и остается здесь. Здесь можно даже вот это построить бани. Это у нас есть. То же самое продолжает. Никого нет. Давайте тут кого на... Ну, давай собачек на 2 хода. Здесь нанимать я пока никого не хочу. Так, здесь
идет найм. Здесь не идет найм, надо тут нанять. Надо тебя нанять. Все. Здесь осада продолжается, пока мы делать ничего не будет. Это, блин, брут, это фигня полнейшая, которая вообще никчемная здесь отряда. А вот это мне не нравится, вот тут, который армия стоит. Сражаемся еще, господа. Просражаемся еще, господа. Будем сражаться, 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 пока всех не победим, да? Мужчины, нас ждет серьезное испытание. Нам предстоит сразиться с отрядом братьев, преданных кодексу воинской чести и настроенных на победу. Но им никогда не победить нас, если мы будем держаться вместе. Сегодняшний день добавит новый триумф в копилку нашего народа. Нас ждет вечная слава! Сегодня нам предстоит сражение с этими гордыми римлянами, рутами. Это достойный враг, но все равно враг. Их ведут напыщенные глупцы и отчаянные идиоты. И им придется дорого заплатить за это. У нас небольшое численное превосходство, но ни одна жизнь сегодня не будет отдана напрасно. Такой беспечности мы себе позволить не можем. Уже много раз мне приходилось сталкиваться с этими людьми, но они так тупы, что никак не могут выучить этот урок. Сегодня им придется умереть, чтобы понять, что надо было просто убежать от нас. Ладно, все, послушай, достаточно в атаку, господа. Так, лучники. Один. Два. Три. Четыре. Ну чё, господа? Так, цифра один, цифра три получается, да? Ну, цифра два, вот, сюда идет. Цифра три идет сюда. Лучники идут сюда. Собаки пока здесь. Бля, у нас нет этого. Конница. Римский генерал в доспехах, тяжелая конница. Я собак думаю натравить куда-нибудь там. Музон классный. Да, серия будет уже большая после этой битвы. Я не буду останавливаться, можно сказать. Битву сделаем и будем сохраняться, уже будем заканчивать. Так, лучники, стреляем всех, кто у нас попадается. Поливаем их, поливаем. По возможности, поливаем всех. Вот так, вот так. Они хотят собак, они получат собак этих. Лучники, вот так вот. Гладиаторы, помочь лучникам. Даже они прям на лучников бегут нафиг. Thank you.
Я вообще нифига не понимаю, что творится. Они только бегают и отступают все это время. И все, это вся битва. Опять бежим. Ну чё, блядь, тут перегонки решили устраивать, да? Ой, блин, дурдом. Что они делают, я не понимаю. Медиатор тут бегает. Ох, ё-моё, тут никого не оставили. В атаку, в атаку. Давай, собачки, грязите их, блядь. Один отряд решил напасть на двух собак, ё-моё, отрядов. Очуметь просто, с ума посходили нафиг, а? Ха, идиоты, блин. Давай, генерал, покажи им силу Рима. Защитить победу, 228 мы убили. Ну, блядь, даже серия не слишком большая оказалась. Ну, после битвы со мной сохраняется, уже будет заканчивать серию. Вот они убежали к себе. Здесь мы будем смотреть, что какая-то ситуация. Здесь мы нанять кого не можем. Я это даже нанимать не хочу, на самом деле. Ну, мы посмотрим потом. Ну, ладно, на этой ноте мы остановимся. Увидимся в эту серию. Таких прохождений. Все, удачи вам. Пока.